Видео опции. Это нам не нужно. Настройки экрана. Все прекрасно. Вибрация. Не будем вибрировать. Memory... Ой, блять, вот это перевод, вот это я понимаю. Memory card. Что? Что? Система хранилища на КП не создана. Создать, да, пожалуйста. Ору нахуй, вот это перевод. Хранилище успешно создано, ребят. Resident Evil. А зачем я загрузку-то нажал, блядь? Ебать дурепа нахуй. Resident Evil. Поехали, блядь, играть нахуй. Resident Evil, блядь, сука. Резик. Играем в резик. Американский городок Ракун-Сити был полностью уничтожен из-за утечки Ти-вируса, разработанного международной корпорацией Umbrella. Umbrella. Клэр Редфилд, прибывший в Ракун-Сити на поиски... Гримгарн читал, что ли, блядь? Криса, вместе с молодым офицером... Гримгарн озвучивал данного диктора. Но это стало лишь прелюдией к последующим событиям. Да! Да! 3 месяца спустя. Он женился? На Дэнспаде, я надеюсь. На ком, блядь? Вот так вот, ребята. Твой идентификационный номер WKD4496. Вот так вот, парни, блядь. От сначала ты проходишь... Сначала ты проходишь Dark Souls на Дэнспаде, блядь, а потом ты женишься. А вы до сих пор говорите, что тяночку себе найти не можете, блядь. Так вот, парни. Баба с работы захмута, у нихуя себе. Мое почтение. Мое почтение. Кстати, вот эту сцену я уже рассказывал, да, что... Почти все приемы из этой кат-сцены спиздила вторая часть фильма Resident Evil. Вот про сейчас про ранение пистолета на землю, да? Ранение. Вот, и это когда вертолет, значит, да, по стеклу расхуяривает там. Ну, в принципе, очень грамотно взяли все эти штучки. Все приемы вот эти. Я не против. Очень даже неплохо. Замри. Ля какой. С дезертыгом, мужчинка. Глазаки голубые у этой сексуальной девочки, посмотрите. С ума сойти. Замри, говорит. И получай удовольствие. Плюс-минус нормальную найти трудно. Ну, смотря где работаешь, как бы. Может, он работает в какой-нибудь там гигаконторе, где он один и куча баб там. И они будут драться за него, короче. Как твой усатый шалун, это 3D-рисовалка. Да, да. Как бы. А если ты работаешь в мясном цеху в каком-то, блядь, где какие-то тети Зины, блядь, огромными колунами режут свиней, блядь, на... чтобы на рынок их отправить, то там, понятное дело, ты ничего хорошего не встретишь.
Жизнь у всех по-разному, видишь, складывается. У кого-то так, у кого-то по-другому. Жизнь прекрасна и удивительна. А чё графон такой хуёвый? Если бы у меня была зажигалка, я бы мог рассмотреть тебя. Ну вот, блять, вот это мне вообще не нравится. Что-то сглаживание какое-то ебаное я поставил. Как это? Как вызвать меню, блядь? Настроек там. Какая... F сколько надо нажать, чтобы что-нибудь открыть? F5. Замечательно. Построчная какая-то хуйня. Давай. Мыло какое-то, блядь. Этот комплекс обречен. Не знаю, куда подевался этот отряд спецназа. Так более мыльно можно сделать. Было, комплекс захвачен, а наша служба охраны уничтожена. О чем ты? Ты можешь покинуть комплекс. Так, это шокально. Можно в квадрате играть на самом деле. В эталонном разрешении. Что вы собираетесь делать? Потому что вот это все шокально. Они все растянуты. Давайте так играть. Так, это вот сеточки всякие, блять. Этого нихуя не меняет. Все шакальней и шакальней становится. Блять. Capture settings. Что за хуйня, блять? Это бесконечный FPS. Ой, мне бы вызвать, блядь, санитаров нахуй. Конфиг. Так. Я хуй знает, что-то выбирать. И, во-первых, сейчас ничего нельзя выбрать. А, вот. У меня потому что сейчас сейф. Агрессив плюс. Давайте хотя бы вот в агрессив. И чё? Чё изменилось, блядь? Сейчас, секунду. Проверим, что тут по... Нихуя не жрёт. Давайте поставим ещё пизже графон. Так. Core settings, ебать. Агрессив плюс, ебать. Это на самом деле это хаки, это ж, блядь, не настройки графона, надо этот настроить, плагин. Правильно? А, тут 9-й, потому что Direct3D, блядь. Это я... Можно поставить... Софтварный. 11-й, блядь. Два потока получает. Анти-алясинг получается. Shader configuration. Enable boost. TV shader. Не нужно нам ничего здесь. Я просто хочу хороший сглаженный графониус. А не вот это вот говно, блять. Почему он так выглядит уебищно? Скорее всего, я менял настройки под... Так, давайте еще раз. Хардварный. А, почему мы на софтваре, кстати? Давайте на хардваре, блядь. Юзерс Андрей. Ты чё, ебанулся, блядь? Ты перепутал. Перепутал, нахуй. Ты перепутал, это не то. Билинейная PS2. Так. Ага. Анизотропная фильтрация. 16. Ага, да. Так. Угу. Нахуй пользователя русским делать. Так это, блядь, это файл нейм, это кто делал, кто PlayStation этот делал, эмулятор, блядь. Причем тут я-то, нахуй. Это не мои данные. Чел. Так.
CRC hack level. Medium. Full safest. Так, это для OpenGL, блядь. Я не ебу вообще. Ну пусть будет safest. Че изменилось? Стало еще мыльнее, блядь. Че съебал он, блядь. Так. Это че за хуйня? 1904? Блядь, чего? Ну ладно, неважно. Так. Тут мы нихуя не можем поменять. Понятно. Интерлейсинг. Что такое интерлейсинг, кстати? У тебя же план программы работать с Unicode не будет, да? Это какие, например? Какие? Ты будешь подсказал мне что-то выбирать, блядь. Директ 3D. А почему Директ 3D, блядь? Может быть, на OpenGL надо? Может быть, так лучше будет? Internal Resolution. Двухкратное нативное. По идее, мы должны интерны разрешение внутреннее увеличивать. Тогда... Да, тогда будет выглядеть пизже, короче. Пока не грузит нихуя. Давайте еще попробуем. Ебем 4x, блять. Ля, сука, ля, пиздец, какая сразу баба стала охуенная. Ля, сука. Ух. Моргает, блять, чувак. Ставь больше. Давай еще попробуем. Максимум, ну, бля, ебало не разорвет ни у кого, блять. Точнее, компьютер не разорвет. Блять, можно 8x, но пока что. Так, сейчас я спидфан еще посмотрю, что у меня с видюхой, блять. Сейчас я тоже уберу это, а то вы тоже начнете пиздеть, блять, что у меня там что-то как-то не так называется, блять. 55, 53. А, это проц. Видюхи вообще похуй, она тоже 48. Давай, бля, x8, ебать, в сраку, блять. Ля, красотища. Так. Сейчас еще кое-что посмотрим. Так. Восьмикратная нативная. Там очередь на 50. Ну там не 50, там поменьше, но завтра вряд ли посмотрим. Видишь, я в последнее время вообще фильмы, блядь, не смотрю. 10-60 PS2 игры греться должна, что ли? Так я ебу, чувак, я не пробовал, как бы. Так, Blending Unit Accuracy, Low-End PC, High-End PC, если Medium поставить. Вот еще меня интересуют хардварные хаки какие-то, это, видать, какие-то финтифлюшки, свистоперделки для дополнительного улучшения графония. Вот тут Saturation какой-то можно еще менять, Shade Boost Setting. О, давайте включим FXAA, это вроде какая-то пиздатая тема, я слышал о ней. Так, ну это смысла нет, наверное, это шейдеры, мы просто там можем менять какую-то цветность. Так. Так. А, ну вот написано, Medium Extent, it all sprites, performance impact remains reasonable in 3D games. Потом High идет Alpha Blending. Color Wrapping, Help Shadow and Fog Effect. A good CPU is required. Блять, у меня нехороший CPU. Я просто не знаю, что по меркам эмулятора PS2 хороший CPU. Давайте проверим, как у меня подскочит. Андрюха, хуй тебе в ухо, блять. Так. У меня ЦПУ этот... Xeon 3440. Повторяю, прием, как слышно. Ну ладно, давайте так оставим. Ну ебать, кстати, проц нахуй это. Нагрузка до 27% подскочила.
С 13. Долбится? Нет, нет, нет. 26%. Просто было 13. Ладно, нормально. Тут я понимаю, мое почтение, блядь. Кстати, а почему... Подождите, блядь. Почему у меня все равно бегать вот на эту кнопку? Я же ставил вот на эту бегать. Ебать, тупая игра, блядь. По улице капсула, она пустая. Ну ладно. Ах, ребята. Как инвентарь открывается? Чел, ты... Серьезно? Подождите, можно еще секунду? Я ж могу сразу настроить... Контроллерс? Нет. Контроллерс? Да. Я хочу... Enter, старт. Блять, почему... Вы чё, ёбнулись, блядь? Ну как я буду в инвентарь заходить на Enter? Ебать, колотить. Давайте поменяем на... На что? На чё? На Space у меня нет ничего. Все отлично. Так, сейчас еще. Ну, так мне тоже не нравится. Блять, мне вообще не нравится это управление. Ебливое. Сейчас, наверное, еще надо кое-что поменять. Я знаю. О, таракашки вон бегают по экрану. Так, у меня получается сейчас бег на шестерку, блядь. Шестерка — это типа квадрат. Мне кажется, квадрат поменять с крестиком. Так, секунду. А Е поменять с шифтом левым. Так. И квадрат с крестиком, да? Ну да. Буква А. Во. Не понял. Как какать, блядь? Чё ты не дерёшься теперь? Ебать ты дура, слушай. Чё за хуйня-то? Ох, чел, так. Нам 6 кросс. А почему я... Бля... Square, square, circle, блядь. Circle должен быть четверкой. Нет. Нам 6 circle. Вот, вот так. Нихуя, все равно не дерется, блядь. Ебать, что за, блядь. Хоть пиздец. Давайте разберемся, блядь. Четверка square, пятерка cross, шестерка circle, восьмерка triangle. Какие проблемы-то? Left shift.
Турбо, можно турбо-кнопку нахуй сделать, чтобы мешать как ебанутый. Потому что мы другое забинжим. Что забинжим, дружок? Я не вижу. Воу, блядь, если я жму Е, на которую у меня забинжено то же самое, что и на Shift, но на Shift она не бьет, а на Е она бьет. Блядь, что за хуйня? Дальше по списку идут назначения клавиш для геймпада. Все, вот видишь, вот. Вот, VM Keyboard, это вот моя клавиатура, остальное это для геймпада, который у меня был. Это не то. Тогда мы, получается, R1. Left Shift, R1. Можем очистить вот эту клавишу? Что сейчас будет, блядь? Она все равно не бьет. Ебать шаболда, блядь. Как будто, знаешь... Потому что вот это у меня, возможно, селект просто на shift тоже. И он не понимает. Так. Сейчас пока как раз настроим все и пойдем спать. Ладно, хуй с ним. Биндим тогда R1. Е по-прежнему. Пришло оно все нахуй. Да. Это не важно, короче. Все, погнали, парни. В чем проблема, ребят? С кем вы разговариваете, вообще не понимаю. О ком идет речь вообще? О ком Андрее? Не понимаю. Вы что, ребят, с луны свалились, что ли? Пользователем одного ПК. Это, наверное, старый владелец просто. Бля, какой зомби, блядь. Ого. Ой, бля, какая же она красивая, посмотрите. Мое почтение. Мое почтение. Ля. Нет. Стой, стой. Не стреляй! Кто ты? А ты? А? Так вот. Ты не зомби? Отлично! Никуда не уходи!
Я спускаюсь! Аниме-мальчик сейчас к нам придет. Прошу прощения за это недоразумение. Пиздец, он но просто... я подумал, что ты одна из этих... Замолчи! Просто спрыгнул с третьего этажа, блядь. Перенесся, и я выстрелю. Расслабься, красотка. Я же извинился. Меня зовут Стив. Я был заключенным на этом острове. Мне кажется, что ты не из корпорации Umbrella. Нет, я Клэр. Клэр Редфилд. Клэр? Мило. Класс 2007. Постараюсь запомнить. Окей. Надо записать. Я слышал, что здесь есть аэропорт. Напомни. Как только я найду его, я смогу покинуть этот сумасшедший остров. Ну, бывай. Эй, подожди. Как класс 99, только класс 2007. Похожие игры? Я не хочу, чтобы ты шла за мной, леди. Ты будешь мне только мешать. Ого, какой нахал. Ты взял пистол. Получается. Ну да. А это год? Что, про школу, что ли, какой-то? Фильм про школу? Получается. Ого. Ебать, нихуя себе, сколько тебе патронов надо, чувак. С ума сойти. Да, электричества нет. Бля. Я забыл, как их доджить, короче. Тут типа байтишь их, в принципе, так же, как и в ремейке первой части. Ремастере, простите. Должно быть все четенько. Это отклик очень странный отклик у клавиш. Я вам скажу. Пожалуйста, положите все металлические предметы в ящик. А, и зажигалку еще. Там зажигалка тоже считается. Я, честно сказать, не помню. Вроде считается. Так, первая записка, ребят. Ну, первая записка, которую я подобрал. Возможно, там уже есть какие-то еще. Факс на комплекс форма доступа. Ознакомьтесь с содержанием следующей формы доступа на комплекс и добавьте имя кандидата в список гостей. Надзиратель. Пол Штайнер. Я представляю доступ в сектор тюрьмы Б. Д. Б? Д. Вот все детали. Имя гостя. Карл Гришзм. Гришзм? Цель визита. Доставка следующих материалов. Новый образец от материала от Metal Industries TG01. Различные ранее заказанные товары. И инфо. Прибудет на грузовике. Образец ТГ-01 будет храниться в указанном кейсе. Прекрасно. Крис Редфилд. Что ты здесь делаешь? Крис Редфилд. Он что, твой какой-то родственник? Ты о моем брате? Вы брат и сестра. Что ж, похоже, за твоим братом следят люди из Umbrella. Что?
что у него на шее. Да, мне нужно связаться с Леоном и передать ему, что за моим братом следят. Стильный чокер. Как хорошо, что у меня есть связь с внешним миром. Чокер заключенного. В этом файле указана долгота и широта острова. Ха, может, стоит послать их твоему брату, чтобы он прибыл на помощь? Спасибо, я так и сделаю. Хей, да я прикалываюсь. А, лол. Он не сможет сюда попасть, будь он хоть трижды твоим братом. Нет, он сможет, я знаю. Нет. Не сможет. Будешь полагаться на других, сильно разочаруешься. Поверь, уж я-то знаю. О чем это он? О чем это он толкует? Так, медальончик, медальон. Бля, нихуя. Лежит. Лежит листок, да? Это, блядь, как она? Короче, лежит вот эта хуйня, планшетка, блядь, настолько графонистая, что кажется, будто ее можно прочитать, но я не могу ее прочитать. Представляете? Прикиньте вообще. Какой абсурд. D-сканер. Сейчас сразу сюда положим просто штучку. А, не, походу нельзя. Надо ее, походу, туда положить. Потому что он уже начинает пилить, короче. А, нет, все нормально. Все хорошо. Короче, странно, почему на шип нельзя стрелять. Очень странно. Блять, съебись, чувак, там бочка. Хуты. Банна. Так, тут пока вроде нечего брать. Пока нечего. Привет, Коля. У меня 10к сладких. Хочу заказать. Не знаю, но... Ну ты подумай хорошенько, все-таки. Не зря, что их собирал. Подумай, взвесь все за и против. Оп! 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 Взвесь все за и против и реши как бы для себя, что ты хочешь посмотреть. Ну, понятное дело, что-то... Что можно смотреть на Твиче, ты же понимаешь. Блять, что ты тут хуесос делаешь? А нечего, ну вот. Как? Как это? Придумаешь, как бы? Блять, что? Почему я стою и смотрю на это дерьмо? Воу. Ха-ха-ха.
нахуй, алибидерщи, блять. Чел. Да я слишком вальяжно прохожу игру и умираю просто. Хайпуем. Не. Еще у Каталины есть кокпит. Блять, о чем вы вообще не понимаете, что вы говорите? Ребят. Не заставляйте меня пользоваться интернетом. Google мне выдал Колумбайн. О, ребят. Как говорится, не стоит скрывать эту тему. Давайте в хибару зайдем. Так, кстати. Ага. Сплав. ТГ, описание образца. Г01. Благодарим вас за поддержку и использование наших продуктов. В этот раз на основе наших передовых технологий нам удалось разработать уникальный и совершенно новый вид сплава ТГ-01. Характеристики. Металлодетектор его не определяет. Не может быть обнаружен рентгеном на таможне. Легкий, но прочный. На основе этого нового сплава мы планируем разработать оружие и отправляем вам образец для изучения. Мы надеемся услышать от вас новости о возможном сотрудничестве. Metal Industries, глава отдела разработки Карл Редхилл. Так, ты еще скажи, не знаешь, кто такой Стиви Рэмбо? Я знаю Джон Рэмбо. Не знаю, кто такой Стиви Рэмбо, блядь. Можно сериал заказать? Не знаю, сколько серий в сериале, блядь. Мы же заебемся его смотреть, нахуй. Мы кино посмотреть не можем, блядь, а ты сериал. А, блядь, Стиви Рэмбо, господи, это же этот, блядь, из... Ну. Ау, лол. А, это же этот, блядь, из Гачи, господи, все, я вспомнил. Я вспомнил. Все, я вспомнил. Все нормально. Дневник зэка. Ебать. Зэки есть в чате, кстати? Сидел кто-нибудь в чате? 13 мая. В камере ужасная вонь. Судя по найденным мной данным, я полагаю, что нахожусь далеко к югу от экватора. Мне повезло, что Боб с нижней койки довольно интересный парень. 16 мая. Сегодня Боб рассказал мне, почему его сюда посадили. Он сказал, что раньше он был заместителем администратора комплекса. Этот тип по имени Альфред посадил его сюда из-за какой-то мелкой ошибки. Что это значит? Что со мной будет? 20 мая. В камеру ворвались военные и забрали Боба в здание, находящееся за гильотиной. Ночью я попробую пробраться к нему. Я слышал, что тех, кто туда попали, больше уже никто не видел. И действительно, оттуда постоянно выносят большие пластиковые мешки. Я могу только молиться за Боба. 21 мая. Нет, мне не стоило ходить туда. Что там происходит? Я слышал только какой-то безумный смех и крики Боба. Я даже не знаю, что мне делать. Я не могу выбросить это из головы. Меня ожидает такая же участь? Нет, я не могу. 27 мая. Все, кто сидел со мной в камере, уже отвели в то здание. Я знаю, что я следующий. Теперь мне все ясно, что Альфред использует нас в качестве подопытных. Я обречен. Что же мне делать? Не знаю. Так. Спокойно, блядь. Спокойно, нахуй. У меня патронов нет. Подожди, чувак. Блядь. Ебать! Ебать! Ебать-то!
выбирай. Чел. А, я, кстати, не смогу подобрать, там два свата нужно. Здоровья улавляй, Энджел. Не успел, не успел. Ебать, тут кровь. Так, окей. Отлично, все мертвы. Так, ну я не смогу сейчас Патрики подобрать. К сожалению. Ебай, ну ты можешь, блядь, овца стрелять в одного, блядь, человека, а не в десятерых сразу? Ну что ты такая, блядь, беспомощная? Это вот хуйня киношная, блядь, две стороны расставлять. Ну что за манера, блядь? Ты чё, Джон Уик или кто ты, блядь? Или Джейсон Стэтхэм? Ну, зачем? К чему это все? Просто стреляй, куда я тебя прошу. К чему это показуха? Как Лара Крофт, да. Не нужно выпендриваться. Просто делай, что надо. Блядь. Чувствую, с таким вальяжным прохождением мы скоро заново будем проходить. Пожалуйста, положите все металлические предметы в ящик. Конечно. Ай, блядь, зажигалку забыл. Стол, да. Дублирование завершено. Ух, ребят, какая славная эмблема у нас получилась. Температура ебанула. У тебя? Ну, блядь, да ну, сука, как вас доджить, блядь? Ну давай, блядь, прыгай. Бля, хуесос ебаный, блядь. Я вообще не знаю, как их доджить. Извините. Ну как, блядь? Просто как? Нахуй мне нож? Я с Ромем драться не буду, блядь. Пистолет ни к чему. Или... А, стоп, это... Стой, подожди. Нет, нет, мне тут все надо. Это ж не чемодан. Надо все забрать, лол. Перепутал. Тридцать восемь и восемь? Нихуя себе. Ну, бля, выздоравливай давай скорее. Вот посмотри, вот как я должен задожить этого хуесоса, блядь? Да никак. Есть какие-то методики, но я, честно, не помню их. Скорее всего, это удобнее делать со стиками. Персонаж становится как бы подвижней. А тут получается какая-то порнуха. Дико неудобно.
Ебать, да чё вас так много, блядь? Что это такое? Что это такое, блядь? Откуда здесь три зомби-то, блядь? Или четыре? Откуда? Ну, не знаю. Ощущается какая-то сложность. Либо я просто жадный, наверное. То есть, как нормальный человек бы уже давно потратил бы просто 20% магазина, да? Так, один слот есть. Потратил бы 20% уже магазина. Черт его дери. Хотя я уже потратил 11%. Но я много не стрелял. То есть человек бы потратил процентов 35, наверное, магазина. И спокойно бы все прошел. Не знаю. Как по мне, это какой-то кринж, ебать. Гига-кринж. Я, кстати, до сих пор не здоров, представляете. Патрики забрать. Так, нет. Прекрасно. Так, я вот не помню, куда мне сначала идти. Сюда? Сюда или в особняк уже? Сейчас узнаем. По-моему, сюда сначала. Вроде как. Специальный ключ. Ага. Так, а это обычные стрелы или какие? Или красные? А, просто стрелы. Пока они мне не нужны. На мониторе показана схема этого здания. Могу распечатать, конечно. Ля, какой ксерокс, пиздец. Ага, трава. Это мне надо. Мне бы еще сундук найти, где все дерьмо сбросить. Я вот не помню, где он есть. В особняке, наверное, только. Один Патрик. Блять! Ну как же ты так встал-то, блять? Сын говна. Форма с ножа. Секунду. Ну конечно. Нет, слишком близко стою. Блять. Опытный геймер со стажем, как говорится. Чел, ты... Не вставай лучше. Лучше не вставай. Нет, все, наигрались.
Все, лежите. Так, еще стрелы. Да, много здесь надо карманов, чтобы все утащить. Еще стрелы. О, блин. Держите меня семеро. Нихуя вода пиздатая, блядь. Ничего не случилось. А, стоп, вот труба какая-то. Секундочку. Тут лежит. У меня нет места. А, нет, есть. Бру. Подожди. Так, это у нас, походу, ключ от того шкафчика как раз-таки. Маленький ключ с надписью «Склад». Ага. Интересно. Не знаю, мне почему-то эта баня напоминает баню из Блюстингера. Хотя она, ну, как бы не особо похожа. Но это вот наталкивает на какие-то мысли. Еще стрелы. О-о-о. Мое почтение. Там как раз таки был эпизод, когда они такие, бля, по-моему, перед лабораторией. Типа их не пускали в лабораторию, потому что они грязные. И они такие, бля, надо помыться, короче. Пошли в баню, помылись там, искупались, пошутили про писюльки и пошли в лабораторию. По-моему, как-то так было. Да, надо было помыться. И на Эллиота налез, короче, костюм. А на Докса не налез. О, огненные стрелы. Пока тоже не берем. Порох арбалета. Нет. Порох арбалета, чего, блять? Пока не берем тоже. Ну вот, на Докса не налез костюм, поэтому он пошел в костюме Санта-Клаус. Потому что был Новый год, ну, Рождество. Такая смешная история, блядь. Такая вот история, ребят. Ребятки. Ребятушки. Нет дверной ручки. Нельзя открыть. Вот, по-моему, здесь еще должен быть сундук. Где-то вот в этом здании он тоже есть. Или нет? Так, арбалет. Блять, ну мне... Ну вы, мужики, вы ебанутые, дайте я найду... Нет, блять. Файл. Вот, файл почитаем. Заметка о коде доступа. Аварийную дверь в камере биологических экспериментов можно открыть путем введения кода из 4 цифр. Надеюсь, вы его уже не забыли. Я только что получил от системного администратора указание по периодической смене данного кода доступа. Меня беспокоит то, что вы часто теряете важные записи, коды и даже химикаты. Для решения данной проблемы я предлагаю следующее. Вы знаете фото красного скелета человека в задней части камеры экспериментов. Я решил использовать в качестве кода доступа номер, написанный на нем. Если вы потеряете эту записку, посмотрите на фото. Но я не думаю, что вам понадобится аварийный код доступа, но я все-таки вас предупреждаю, не забывайте. Мистер Растяпа. Да. Под клавиатуру кто-то листочки пихает, кто-то на картине пишет, короче. Ого, ебать. Ладно. Не, давай все-таки возьмем арбалет. Да, потому что после этого срабатывает триггер. Ого.
Занятно, занятно. Я не могу открыть дверь! Один, один, два, шесть. Я вижу код. Но я вижу. Бля. Чел ты. 1-1-2-6. Там было отчетливо видно. Хотя, возможно, это из-за того, что я выкрутил обнаружено биологическое заражение. Уровень 3. Аварийные заслонки запираются. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Красиво сейчас было. Фух, пронесло. Красиво, да? Вам понравилось? Как обычно, я научусь доджить противников в этой игре примерно ближе к концу. Классика. Блять, чел. Ого. Нифига себе, я его выбросил просто. Выбросил за берег. За берег? За борт. Сейчас движуха вроде будет. Так, секунду. Короче, все. Я больше не хочу ходить с перебитым. С забитым, перебитым инвентарем. Надо скинуть мусор. Хватит это терпеть.